Сейчас мы находимся в горной местности, недалеко от местечка Архиполи, что в центре Родоса. Родос славится не только производством вина, но и замечательного меда. Мед делают как из шалфея, очень ароматный, кстати, находится в моих руках, так и из хвои. Хвойный мед очень целебный, очень полезный, помогает при множествах заболеваний. Как пчелы добывают хвойный мед? Как добывают нектар? Нектар выделяют насекомые, Marcellina hellenica, так их называют. Каким образом? Высасывают сок из хвои, перерабатывают этот сок и выделяют смолу. Так вот, эту самую смолу и собирают пчелы. Потом получается прекрасный хвойный мед. В этом прекрасном космическом, на первый взгляд, обличье я чувствую себя настоящим пасечником. И сейчас Димитрис покажет мастер-класс, как нужно добывать настоящий греческий мед. Ну что, облачаемся? Вот это тот самый мед. Мы добыли мед. Вот, друзья, в гостях у Винни-Пуха попросил немного меда. Здесь у нас мед хвойный, чабрецовый и шалфеевый. Пожалуй, попробую хвойный. Как говорится, мед он есть, и вот его нет.